такая, ну, мы берем про, вот, вот так вот, и подсоединяем вот тут вот вниз, о, наше что происходит, у нас появляется вот такой второй экран, как вы видите. Дальше мы нажимаем вот сюда, вот переходим рассоединение экрана, смотрим настройки первого экрана, повторяем все мои настройки, дальше переходим на второй экран и повторяем все мои настройки второго экрана. Вот настройки еще покажу у первого экрана. Для чего это надо? Это очень удобно. Смотрите, к примеру, вы видите, идет целый, вы видите, идет целый. А я вот так вот перетягиваю, ну, идет тут, а в это время можно, допустим, открывать. Сразу два экрана можно одновременно и играть, и смотреть. Допустим, какое-нибудь видео с YouTube. Думаю, если вам ролик мой помог, ставьте класс пальцем вверх.